19:30, 23 августа. Это программа «Неделя». Добрый вечер. Как всегда, в воскресенье говорим о том, что произошло за последние 7 дней и как это отразится на нашей жизни. В студии Евгений Горин. Почему некоторые товары на складе, а не в магазине? Теневой рынок алкоголя в 200 миллионов долларов. Жесткий разговор у президента. Специалисты предлагают нести жестокую ответственность за поставку сюда контрафактной продукции. Вплоть до конфискации транспортных средств. Как сетевики задолжали заводам более 500 миллиардов рублей? Со всеми своими клиентами изначально договаривался в социальной сети. Схемы нелегальной продажи алкоголя. Расследование программы «Неделя». Инвестиции и социальная ответственность бизнеса. Беларусь в системе транзитных поставок голубого топлива в Европу. Символизирует единство наших народов в реализации совместных проектов. Наталья Бреус о том, что может стать новым символом взаимовыгодного сотрудничества. Строительство только начинается. Сейчас здесь котлован, а через 3 года на этом месте будет возведен многофункциональный центр. Завтра в школу. Сколько стоит собрать ребенка к 1 сентября? А если троих сразу? Цена вопроса. Ну что, чувствуешь тяжесть знаний? Как государство обеспечивает тех, у кого нет родителей? Будет ли единая форма для школьников? Ирина Живаева знает ответы. Как мы видим, вполне себе уместно смотрится даже на человеке, который в 2 раза старше. Белорусы – лучшие программисты планеты. Всегда хочется победить, но это всегда сложно. Назло судьбе. Верно ли, что каждый человек – кузнец своего счастья? История успеха белорусов. Конечно, был страх. Конечно, это всегда человеку очень страшно потерять свою зону комфорта. Новая жизнь в новой стране. Опыт украинской семьи на белорусской земле. Там очень красиво было. А сейчас там уже... Я даже не представляю, какое, если бы я сейчас приехала бы туда и все вот это увидела, наверное, бы не узнала. Что было, что есть, но главное, чем сердце успокоится. Темой недели стала экономика, а именно та ее часть, связанная с производством и продажей алкогольной продукции. На совещании, посвященном этому вопросу, глава государства озвучил интересные цифры. С одной стороны, на складах есть отечественная по всем стандартам произведенная качественная продукция, с другой – серый рынок контрафактного алкоголя вырос до 200 миллионов долларов. Если для бюджета это финансовые потери, то для покупателей, прежде всего, потеря здоровья. Между тем, сетевики задолжали виноводочным заводам более 500 миллиардов рублей. Оперативники задерживают торговцев поллитровкой из-под полы даже у кургана славы. Президент требует навести порядок. Екатерина Желянина, кто виноват и что делать? Сейчас он находится до сих пор в психозе алкогольном. Потребление привело к развитию острой почечной недостаточности. За руки привязаны к больничной койке. Тяга выпить к дну бутылки, а часто и самой жизни. Больница скорой помощи, реанимация, отделение токсикологии. В месяц здесь принимают около 300 пациентов. Последствия бывают тяжелые. Летального исхода не всегда удается избежать. Могут привести к слепоте, к поражению мозга, к отказу печени и почек. Зависит от содержимого опустошенной бутылки. Этого пациента привезли в конце недели 2,5 промилле в крови. Пьяный, буйный, со всеми сопутствующими симптомами тяжелого алкогольного отравления. Пьян и стал вот плохо так еще. От алкогольного психоза врачи пациента спасли. Необходимую помощь оказали. Мужчина начал приходить в себя. А что вы пили? Дальше что было? Уже и лекарства, и не лекарства, и водку я принял. Оперативное видео. Август 2015-го, 4 утра. Минская область. В операции ОБЭП участвовал СОБР. Житель Москвы возле кургана Славы собирался продать 1160 бутылок брендового спиртного. 640 литров привез на собственном авто. Водка, виски. И все по цене от 1 до 3 долларов США. Фальсификат. Никакие сертификаты на алкоголь покупателю не нужны. Товар предназначен для дальнейшей продажи с рук белорусскому покупателю. Со всеми своими клиентами изначально договаривался в социальной сети, после чего следовали телефонные беседы, звонил, как правило, с российского номера. Договаривались о количестве, а также о сумме сделки. Статистика. За весь прошлый год изъяли 260 тысяч литров. За 5 месяцев этого года уже 525 тысяч.
При этом в торговых сетях водку стали покупать меньше. В первом квартале нынешнего года продажи снизились на 26%. То есть, если судить по этим цифрам, пить стали меньше. Но за распитие спиртного с нарушением закона к ответственности привлечено на 10% больше человек, чем за аналогичный период прошлого года. Возросло, пусть и незначительно, всего на 0,9%, и число преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии. То есть спрос на алкоголь есть. Теневой рынок специалисты оценивают в 200 миллионов долларов США. Популярная социальная сеть. Объявление. Дубликат элитного алкоголя. Хорошее качество по низким ценам. Отправка по всей России, Украине, Беларуси. Схожесть вкусов. Ровные этикетки. 100% честность отправки товаров. Для заказа пишите в личку или звоните. Алло. Скажите, по алкоголю правильно попал? Можно пару вопросов задать? Да. По водке. Хотелось бы цену сейчас на данный момент. Там ход белую розу. Да, есть. А у вас, если не секрет, откуда номер? Да без Беларуси, у нас тут просто немного не хватает алкоголя по вечерам. Понял. Нет, а вы мой откуда взяли? Это с контакта. Вас там друг другу перенаправляют. Ага, все, понял. Добрый день. Хотелось бы по алкоголю уточнить у вас. Чье производство? Народ не потравится? Очень похоже... На настоящие этикетка не отличишь, так что все. А вы вообще от кого? Недалековато от вас. Вообще доставка как у вас? Если примерно 800 километров от Москвы подвезете? 800? Да не вопрос, а куда? Ну, Минск интересует. Это да, без проблем. 1 июля специальным указом и декретом президента введены дополнительные защитные меры по усилению регулирования в отрасли. И вот на неделе совещание у главы государства. Проблемы очевидны. Жесткий разговор, жесткая критика. Контрафакт из Российской Федерации и других стран задавил страну. Специалисты предлагают ввести жестокую ответственность за поставку сюда контрафактной продукции, вплоть до конфискации транспортных средств, на которых сюда поставляется контрафакт. Акцизная политика, которую предлагало правительство, практически угробила, как говорят специалисты, отрасли. Частные структуры и за счет своей разворотливости, и за счет не знаю каких факторов, это вы мне скажете, заняли 35% рынка, притом недобросовестно потесняя государственные структуры, в том числе с помощью сетевых структур. Диктат сетей недопустим. С государственных предприятий за реализацию ликероводочных изделий требуют скидки, порой до 40% стоимости. Рекордная дебиторская задолженность. В начале года более 500 миллиардов рублей. Долг сетевиков перед заводами. Главой государства жестко поставлена задача всем потребителям, торговым организациям, которые получили алкоголь или не рассчитались, до 1 сентября произвести расчеты, просрочки не должно быть. Задолженность перед производителями порой превышает суммы их кредитов. Поручение главы государства вопрос расчетов теперь на контроле КГБ за неоплату поставленной продукции вплоть до лишения лицензии. Простая математика. Стоимость бутылки водки. Сырье порядка 28%. Колпачок, бутылка, этикетка составляет порядка 30-35%. Производственные расходы, зарплаты, все составляет порядка там, 14%. Бутылка водки около 14 тысяч. По этой цене бутылка уходит с завода. 27 600 это акциз. И, соответственно, торговая надбавка торговой сети порядка 30% от стоимости. Вот вы видите ту цену, которая на полке. Один из крупнейших производителей алкоголя в стране, а ныне еще и главное предприятие холдинга, в которое объединили 8 заводов. Теперь по стране смогут правильно распределить объемы производства, сэкономить на крупнооптовых закупках сырья и логистике, объединить фирменные сети и, наконец, концентрировать средства на дальнейшую модернизацию. Потенциальная мощность этого завода одна из самых высоких на территории СНГ. Переизбыток производственной мощности по стране, кстати, почти в 2,5 раза. Уступать на внутреннем рынке позиции импортному и, главное, дешевому контрафакту никак нельзя. Это очень тяжело. Контрафактная же продукция в настоящий момент, она упаковывается в красивую упаковочку, красивая, скажем, бутылочка, ничего не скажешь такое. И на первый взгляд вы и не почувствуете, что за продукт, потому что очень много имеется всяческих добавок, как вкусовых, так и на запах, оно все очень здорово. А что уже внутри, и что там, это уже проявляется, к сожалению, после того, как уже данный
продукт попал в организм. И уже последствия тут уже могут быть плачевные. На этом заводе современнейшая лаборатория. Пробы из каждой партии проходят многоуровневый контроль. Отвечают за содержимое каждой бутылки. Однозначно мы отвечаем. И наше качество, проверенное временем, исключаем нахождение недопустимых примесей в алкогольной продукции, выявляем наличие синтетических красителей, которые недопустимы. Одно из требований главы государства при таких больших мощностях – увеличивать экспорт. Чем выше градус экономической прибыли, тем жарче накал вокруг бизнеса. Каждое государство, будь то наши партнеры по таможенному союзу или Евросоюз, защищает свой внутренний рынок и как может ограничивает ввоз алкоголя. Целый комплекс мер позволит стабилизировать ситуацию в Беларуси до конца года. Еще одно поручение главы государства: до 15 сентября абсолютно всю произведенную продукцию поставят в торговые сети. Отечественный производитель должен эффективно работать, а продукция с градусом должна быть только качественной, чтобы дешевое и доступное не доводило до больничной койки, а смешное – до слез. А на неделе пить или не пить? Еще что общего между здоровьем и экономикой с градусом? Выясняли Екатерина Желянина, Илья Скачков и Алексей Колупанко. Система образования Беларуси готова к новому учебному году. На неделе об этом президенту доложил глава профильного ведомства Михаил Журавков. Все, что планировал сделать по ремонту учебных зданий, будет завершено к 1 сентября. В наличии есть все необходимые пособия для учащихся, закуплены автобусы для подвоза детей в школы. Министру образования президент дал важное поручение. У нас всегда была хорошая, установилась хорошая традиция поддерживать малоимущих, многодетные. Надо и в этом году об этом не забывать. И в эту кампанию поддержки надо включить всех. От президента до тех, кто может помочь одеть, обуть деток. Так, чтобы в первый класс они были и первый раз, первый день экипированы по... Нормально было, чтобы не было различий, что это из бедной семьи, это из богатой семьи и так далее. У нас дети все одинаковые. У нас, по-моему, там 106 тысяч, сколько? Ну, у нас в этом году, да, 106 тысяч идет в первый класс. Первый класс, это на 1500 там где-то. Да, 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 на 1,6 тысяч больше, 1600. Чем в прошлом году. Это уже хорошая тенденция, что у нас, наконец-то, мы преодолели эту яму демографическую, и у нас появляется больше этих первоклашек, поэтому надо, чтобы вот здесь, особенно первоклассников, им надо особое внимание уделить, одеть, обуть, учебники, ранцы, портфели, все, что надо, и подключить всех. Ну а наш корреспондент Ирина Живаева решила проверить, в какую же сумму обойдется комплект всего необходимого для школьника, да и вообще, что это за предметы, какого они качества и какие модели школьной формы есть сегодня. Ассоль Сливец, фристайлистка, ныне многодетная мама, думала, что к 1 сентября рекорд в беге установит по магазинам, как ее родители в ее школьные годы советские. Теперь вот сама старшего в первый класс поведет. Коренная минчанка помнит, как в 90-е за одеждой и тетрадками все ехали в пару универмагов в центре. Я с ужасом думала, что придется ехать в центр. Оказалось значительно проще. Буквально перешел дорогу и, в общем-то, широкий выбор. В спальных районах, наподобие ее нынешнего, два десятка лет назад гипермаркетов не водилось. Это сейчас их здесь и два. Да еще и школьная ярмарка от госмагазина. Никакой толкучки. Мы почти час свободно бродим по отделу. А уж многообразие. Это очень удобно. Смотрите, сразу подписанные тетрадки. Борисов наши в свое время мечтала. Сейчас всем всего хватает. И трудность уже в том, чтобы выбрать. Вот тетрадки. Разве что с алыми парусами не нашли. А искали. Хоть наша Ассоль своего капитана Грея уже дождалась. Грей — это же по-английски серый. А серый у нас кто? Сережа. У меня муж Сережа. На троих детей траты большие. Таким семьям экипировать первоклашек помогает государство. И денежными пособиями, и сбор принадлежностей организуют. Мы тем временем собираем наш портфель первоклассника. Условный, так как малышей избавили от увесистых ранцев. Многое хранится в школе. Ну что, чувствуешь тяжесть знаний? Удобно? Угу. Нравится? Да.
А у этих малышей мамы нет. Или совсем, или лишены прав родители. Детский дом в Гродно. Он остался единственным в областном центре. Большинство таких деток в нашей стране живут в домах семейного типа или в приемных семьях. Вы идете в первый класс, и мы приготовили вам рюкзачки. А что в них лежит, вы сейчас посмотрите сами. Лену, Пашу и Аню не родители, так государство обеспечивает всем. Вот и теперь у этих деток есть все, что и у других. Яркие рюкзачки, альбомы, краски. Сегодня мы 100% готовы к началу учебного года, обеспечены всем необходимым. Обувью, одеждой, канцелярскими, школьными принадлежностями. Пашенька, а ты посмотри, как у тебя бабочка красиво сидит. Тебе нравится? Да. А вот минчанин Рома к бабочке пока не привык. Зато Полина в восторге от бантиков на своем платьице. Эту одежду они будут надевать на уроки целый год, как и весь их класс. Не так, как сейчас, деловой стиль, но все одеты по-разному. Это такой новый проект предприятий легкой промышленности Минторга и Минобразования. Промониторить качество ткани, удобство в носке. Может ли данная модель прослужить ученику в течение учебного года? О конечной цели тестирования говорят пока осторожно. Возможно, введут единую форму, но точно не в ближайший год. Пока в мониторинге участвуют 5 школ. Специалисты будут регулярно опрашивать учеников и родителей. Первыми из журналистов узнать их мнение добрались мы. Форма очень удобная, мне нравится. Довольно хороший цвет. Раньше школьная форма тоже была, только не все носили. Большую часть носила всякую ерунду, джинсы, кофты разные яркие. А Саша сама участвовала в выборе единой одежды для своего класса. Но определяющим было мнение родителей. Им ведь это все стирать да гладить. Важно качество ткани. Да и фасон должен всем подходить. На таких детей приятнее посмотреть, чем на детей, которые как бы идут, приходят в модных оборванных рваных джинсах. Дискотека, дискотека, да. Уже школа не школа. Вообще, говорят, в этой школе даже учителя захотели иметь свою собственную форму, насмотревшись на аккуратные и красивые костюмы учеников. Мы их мечту протестировали. Предлагаем вашему вниманию одежду делового стиля белорусского производства для девочек старших классов. Юбка-карандаш на паках и комбинированный жакет, а также белая блузочка. Современная школьная форма одежды делового стиля для старшеклассников, как мы видим, вполне себе уместно смотрится даже на человеке, который в два раза старше. Это мы на Минской ярмарке школьных товаров. На одном из стендов причем увидели до боли знакомую одежду. Воротнички, манжетики, юбочки, плиссе. Все такое нелюбимое советскими девочками. И они же, будучи уже мамами, это и покупают. Понравилось то, что она красиво выглядит в нем. И плюс цена устраивает. Не очень дорого по цене и приемлемо, и очень качество неплохое. У нас хорошо шьют. Что за загадка? Дело в цикличности моды или в цвете? Ведь форма не унылая коричневая, как в советское время. Кстати, именно темно-синие для школьников советуют психологи. Настраивает на серьезный лад. Узнаем также, что на этой фабрике не ретро-одежду выпускают, а очень даже современную. Это силиконовый нанотермометр. Родители могут контролировать даже, как ребенок здоров, как он шел со школы, расстегнутый или вообще бросивший пиджак на плечо. Кармашек для мобильного с защитой от излучения – это уже норма. Впрочем, также в порядке вещей и одежду из-за рубежа заказывать по интернету. Детскую тоже. Однако наша более востребована. Свидетельство тому множество покупателей уже с утра. Из предложенного ассортимента мы выбрали комплект жилет и брюки. Примерим. Для мальчика все-таки одежды меньше, жалуются придирчивые родители. Мы усложнили задачу. В поисках костюмчика отправились на сельский школьный базар в компании с модельером-конструктором детской одежды. Для девочек выбор больше, признала она. Впрочем, папа Ярослава всем доволен. У нас купить можно все, в принципе, в Белыниче. Опять же, выезжают такие же магазинчики со всем ассортиментом школьных этих принадлежностей. В каждом агрогородке в магазине есть минимальный набор школьных товаров. Кроме того, сотрудники Райпо несколько раз в неделю ездят в село, обходят дома, принимают заказы, потом привозят нужный товар. Конечно, в столице выбор больше, но мы тоже от столицы учимся, чтобы наши дети были одеты не хуже. Красота, комфорт и, ну, пожалуй, главное – безопасность. У нас детскую одежду проверяют по сотням параметров, вот лишь пара строчек из фолианта стандартов ее касающихся. Параметры швов, закрепление концов строчек, все регулируется. Родители должны знать, что все, что реализуется в торгу,
Все это безопасно. Это своеобразный знак качества Таможенного союза. Подтверждает, что наша детская одежда соответствует всем его нормам. Кстати, таких костюмов и платьев делового стиля только в России в этом году продали на 2 миллиона долларов. А в странах Прибалтики охотно покупают нашу обувь. Наша обувь – это очень качественное изделие. Оно выполнено из натуральных материалов, позволяет правильно держать ножку ребенка при ходьбе. Наша обувь каши не просит. Но наши дети, хоть может и не все в рубашке родились, зато реальными сорочками обеспечены. Качественными и безопасными. В чем на неделе убедились Ирина Живаева, Юрий Корнилович и Ирина Недобоева. В Беларуси на неделе определены претенденты в кандидаты на главный пост в стране. Больше всего собрано подписей в поддержку Александра Лукашенко – свыше 1 760 000. Также преодолели необходимый 100-тысячный рубеж инициативной группы Николая Улаховича, Сергея Гайдукевича, Виктора Терещенко, Татьяны Короткевич. Не собрали необходимое число подписей Жанна Романовская и Сергей Калякин. Команда Анатолия Лебедько вовсе не сдала в территориальный избирком и ни одной подписи. Теперь подписные листы проходят процедуру проверки. К 10 сентября Центр избирком планирует зарегистрировать кандидатов в президенты. 26 августа в Беларусь планирует приехать долгосрочная миссия ОБСЕ. Об этом на неделе рассказала глава Центра избиркома во время встречи с руководством телеканала СТВ. Хотела похвалить, мне очень нравится, вот как выполнена наша просьба. По-моему, мы даже переборщили, надоели избирателям, а именно порядок сбора подписей. Вот, по крайней мере, всем все ясно. Уже нам пишут письма и говорят, что почему удостоверение без карточки 26 августа приезжает, как бы вручает свои верительные грамоты долгосрочная миссия ОБСЕ. У них всегда есть специалисты в области, скажем так, СМИ, и, естественно, они начнут отслеживать все средства массовой информации именно по поводу предоставления равных условий. Хорошие новости для белорусских спортивных болельщиков пришли из Милана. На чемпионате мира по гребле экипаж женской байдарки двойки в составе Маргариты Махневой и Марины Литвинчук завоевал золото на дистанции 200 метров. Победу одержал экипаж женской байдарки четверки, выступавшей в олимпийской дисциплине на дистанции 500 метров. Всего за время первенства нашей сборной удалось завоевать 8 наград. С медалями белорусских байдарочников поздравил президент Александр Лукашенко, направил телеграмму победительницам. Эта программа недели мы продолжим после небольшой паузы. Впереди самое интересное. Девятнадцать часов 55 минут. Это программа «Неделя». Мы работаем в прямом эфире. Продолжаем выпуск. На неделе стало известно, что Беларусь готова предоставить возможности «Газпрому» по большему объему транзита голубого топлива. Такое заявление сделал президент Александр Лукашенко на встрече с главой компании Алексеем Миллером. Тот, в свою очередь, заверил, что «Газпром» будет выполнять все поставленные белорусским руководством цели и задачи по развитию отрасли. Инвестиции вырастут. Наталья Бриос постаралась выделить основные плюсы этого двустороннего сотрудничества. «Газпром-центр» станет очередным масштабным строительным проектом для столицы. В него инвестирует российская энергетическая компания. В восточной части города не хватало такого крупного делового и, главное, общественного комплекса. Строительство только начинается. Сейчас здесь котлован, а через 3 года на этом месте будет возведен многофункциональный центр. Это только один пример сотрудничества двух государств – Беларуси и России. Проект оценивают в 250 миллиардов долларов. Он станет знаковым для союзного государства. Этим и объясняется присутствие на торжественной церемонии начала строительства президента Беларуси. Памятный символ состоит из двух частей горного хрусталя, символизирует единство наших народов в реализации совместных проектов. Далее соединенный кристалл помещается в специальную капсулу. Если заметили, памятный хрустальный символ скрепляли магнитом. Такое постоянное притяжение сегодня и между странами. Хотя в прессе в последнее время активно звучит мысль, мол, Беларусь пытается развернуться на Запад. Глава государства дал понять, что дружить против России никто не собирается. И главный тренд в политике можно уместить в одно простое слово – многовекторность. Это не чужая вам территория. Я это говорю потому, что мне уже надоело читать сообщения из
России. Я вот только что посмотрел обзор. Разного рода политические флюгеры и провокаторы начинают и меня теребить. Я только не знаю, зачем это политикам в России. Но это их дело. Поэтому я просто на злобу дня говорю вам, что это не чужая для вас страна. Это не чужая для вас земля. Мы всегда будем делать то, что выгодно для российских компаний, а значит и для России. Любой проект, начиная от строительства и заканчивая основной нашей деятельностью, мы готовы поддерживать в Беларуси. Но если где-то мы сможем что-то сделать за пределами Беларуси, вы нам скажете, мы всегда подключимся. Вы должны это твердо знать. И я прошу передать эту мою позицию при случае с глазу на глаз руководителям Российской Федерации. Они пусть не сомневаются в нашей честности, принципиальности и надежности. И за этим не стоит какая-то выгода коммерческая. Абсолютно нет. Нашей общей безопасностью, нашей общей с вами независимостью мы никогда не торговались и торговаться не будем. Как бы нас ни толкали влево, вправо и так далее, у нас нет позиции выбора с Западом или с Россией, с Западом или с Востоком. Мы никогда ни с кем не вели переговоры, даже за стол переговоров не садились, если перед нами ставили выбор – Россия или Запад. Россия – это наша Россия, это наше общее отечество. Мы никогда с Россией не сталкивались, по большому счету, по мелочам у нас были и будут вопросы. Живем в общем доме, но никогда у нас не было больших проблем. И никогда их не будет. По крайней мере, отсюда это исходить никогда не будет. И вам любой западный политик, любой американский политик, которых хватает здесь, они приезжают к нам, и слава Богу, никогда не скажет, что мы переговоры вели за счет России и кого-то пугали Россию. Этого никогда не было и не будет. В то же время, мы открыто и честно говорим, мы хотим нормализации отношений с Европейским Союзом и с Америкой. Точно так, как Россия, точно так, как любое государство. Российскую компанию и Беларусь объединяют десятилетия сотрудничества. Сегодня республика – ядро газотранспортной системы в регионе. Через страну проходит самый короткий маршрут поставок голубого топлива европейским потребителям. От социальной нагрузки газовая корпорация не отказывается. Компания участвовала в восстановлении Брестской крепости, вкладывает в детский спорт, частично профинансировала строительство жилья для многодетных. Накануне в Михалово 30 семей получили ключи от новых квартир. Семейство Невейко уже планирует, как обустроиться с детьми. Тут будет наша детская. Да, Артур, тут будет твоя кроватка стоять. Тут девчонки будут спать. Вид хороший из окна, детей увидишь. Логичным называют эксперты требования белорусского руководства к бизнесу вкладывать в развитие социально важных проектов для страны. Так принято во всем мире. Беларусь является достаточно надежным транзитером, поэтому и компании «Газпром» выгодно именно поддерживать отношения с нашей страной и выгодно сотрудничать. Они должны думать не только о том, чтобы получить прибыль, но они должны думать о том, что они работают в этом регионе, они должны вкладывать в социальную сферу свои средства. Что касается будущего комплекса на востоке Минска. По замыслу архитекторов он будет состоять из 9 зданий. Это не только офисная высотка, где кроме «Газпрома» разместятся представительства крупнейших мировых компаний. Кстати, это будет самый высокий небоскреб в Минске с рестораном на самом верху и обзорной площадкой. 4 этажа паркинга спрячут под землю. По соседству разместятся 4-звездочная гостиница, конгресс-центр, детский и спортивный комплексы. Здесь будет построен первый летний амфитеатр и организована первая негосударственная служба скорой помощи. Плюс магазины и парк для отдыха. Главным условием власти была доступность объекта людям. Для людей, для простых, это будет большой комплекс, в котором можно прийти, отдохнуть с детьми, потому что есть детский центр, спортивный центр, медицинский центр, большая площадь, в которой даже можно зимой сделать каток, большой амфитеатр, где-то на 1500 человек, который можно собрать
здесь и провести какие-то мероприятия городские или какие-то ведомственные. Это центр вот для всего города. Подсчитали, что новый комплекс даст 5500 рабочих мест главному городу страны. Да и престижность района явно вырастет. Финансирует газовая компания и строительство дорожной развязки независимости Филимонова возле будущего комплекса, что позволит разгрузить эту часть города и избежать в дальнейшем заторов. Каждое строительство такого уникального комплекса, оно дает импульс последующему развитию района, города в целом, республики в целом. Вот на это и рассчитаны такие объекты. Понятно, что, как правило, вот, естественно, мы изучали опыт мировых центров. Как правило, это формируется десятилетиями. Нельзя рассчитывать, что по мановению волшебной палочки завтра тут все заработает и будет, так сказать, функционировать. Понятно, что нужны годы для того, чтобы комплекс не только был построен, а чтобы успешно функционировать. В проекте будут задействованы белорусские компании. Это подстегнет строительный комплекс столицы. Сейчас идут подготовительные работы. Закончить планируют в срок. Кстати, в этом году «Газпром» намерен увеличить закупки белорусского оборудования для нужд компании. Такие подходы бизнеса в Беларуси только приветствуются. Наталья Бриос, Анастасия Бенедисюк, Алексей Юноша, Сергей Капустин. На неделе о старте большого белорусско-российского проекта. С бизнесом по продаже углеводородов не боится тягаться агропромышленный комплекс. На сегодняшний день 8,5 миллионов тонн зерна собрали хлеборобы Беларуси. В некоторых хозяйствах уборка уже завершена. О хлебе насущном, семейном подряде и чем живет белорусское село программа «Неделя» поговорила с семьей комбайнеров из-под Слуцка Денисом и Надеждой Забродскими. А ваш личный рекорд вот в уборочной сколько? Ну, в этом году мы побили свой рекорд. За день мы намолотили 130 тонн. Вдвоем? Да. А это вот, ну, считается как? А в среднем сколько намолачивают? Ну, у нас норма 46. Норма за день. Намолотить 46 тонн. Вот считайте, сколько мы выполнили. Как вам удается? У вас, может, секреты какие-то есть? Никаких секретов. Мы хотим заработать деньги. Мы работаем. То есть то, что вы в тандеме работаете, это вам, ну, большое подспорье? Конечно, конечно. Нам же наша заработная плата идет на нашу семью. Совместный капитал. Мы вместе заработали, вместе это и потратили. Это пошло на нашу семью. Да, захотели, купили компьютер, телевизор, холодильник. Ну, что-то... Или деток в школу собираем. Ну, вообще вам хватает? Конечно, хватает. В прошлом году мы заработали... разными 21 миллион. Вполне достаточно. Вот и детей одели в школу, и две комнаты сделали ремонт, телевизор купили. В этом году уже будем продолжать. Например, будем делать детскую и будем покупать компьютер детям. Уже дети в школе двое, а третий еще в садик. Вот будем покупать компьютер детям. А себе что, мы мультиварку купим за эти деньги, что заработали. Надежда, у вас трое детей. Вот как вам удается совмещать и следить за бытом, и одновременно еще и работать, помогать мужу в поле? Ну, во время отпуска на своей работе я работаю с мужем. И спасибо бабушкам, спасибо особенно Марине Афанасьевне. Она нам помогает очень сильно с детками. Да, ну, у нас бабушка смотрит. Да, у нас бабушка на этот период бабушка, вручает. Дедушка смотрит да. На этот период, тетя, когда мы работаем. Дяди тоже близко все живут, поэтому нам повезло насчет этого. Нам проще. Да. А вы сами вот ребята сельские, то есть обычно вот я смотрю, молодые люди, они стараются куда-то в город уехать, а вы работаете здесь? Ну, знаете, я родился здесь и вырос здесь. Мой отец работал водителем, на уборочной компании тоже он попадал. Знаете, мне это затянуло, понравилась эта вся работа, и я остался. Здесь можно и заработать больше, чем в городе. Просто что выходных дней нет. А так, работать или в городе, или здесь, все равно же работать. В деревне тише, не так, как в городе. В городе постоянно, вот даже в город поедешь хотя бы на полчаса, уже так голова, кажется, развернется. Это непривычно нам. Мы привыкли здесь жить, в деревне. Нам здесь комфортно, хорошо. Вот и так, тише, поэтому, и спокойно. Да.
За детей. И школа рядом. Я вот у вас на участке буквально за несколько минут увидел сразу трех котов. Я так понимаю, что это ваши. А вообще время хватает на то, чтобы еще и домашнюю живность какую-то держать? Вот козы, коровы у вас есть? Да, у нас есть и телочка по имени Гаврюша, детки назвали. Есть козочка Маша и козел Вася. Ну и также поросята есть. Нас хватает времени, как бы в деревне, ну, без хозяйства как бы никак, мы привыкли к этому, поэтому как бы в крови, что ли, нам хорошо, комфортно, мы успеваем за всем следить и подрабатывать так вот, у нас получается. Ну, тем более мы же на комбайне зарабатываем бесплатное зерно, да. Вот, например, теперь мы заработали тонну 700, тонну 700 нам хватает на год. Как у вас жилье? Вот это, насколько я понимаю, ваш дом. Вы его покупали? Нет, мы не покупали. Мы когда расписались с Надеждой, на свадьбу нам директор Барковский Николай Викторович подарил ключи. Ну как подарил? Дали ключи от дома. И мы сейчас получается как? Съемное у нас это жилье. Но мы в этом году приватизируем его. Собираемся приватизировать. Да, собираемся приватизировать. А у ребят какие увлечения? Вот? Компьютер. Да. Это во всем поколении. Наше поколение раньше играли в казаки-разбойники, а эти все, компьютер. Их уже на улицу не вытащишь. Они все играют или в интернете сидят, общаются. Ребенку 8 лет, а он уже в компьютере разбирается больше, чем я. Понимаете? Ну, мы-то не запрещаем компьютер. Час в день – это вполне нормально, мне кажется. Может, у других какие-то другие взгляды, но у нас так принято. Ну, и мы про улицу не забываем. И в песке, и велосипеды не загнать домой. Бассейн им купили. Да, поставили бассейн. Особенно, когда жарко было. Да. Ну, это лето было очень жарко. Еще оно даже не закончилось, но... Нам было лучше, чтобы они здесь купались, чем на какой-то так, речке. Да. В чем для вас, ну, если так можно выразиться, прелесть деревенской жизни и работы? Просто потому, что это в крови у вас, либо все-таки что-то еще? Это гены. Это гены. Понимаете, если родился в деревне, оно тянет работать в земле, на земле. Понимаете? Ну, не знаю, посадил, убрал. Удовольствие получил, понимаете? А да, некоторые от того, люди что вырастил. Покупают, ну, ты не знаешь, что покупаешь, кот в мешке, понимаете? А тут все свое, дыни свои, все выращиваем, все свое, ничего не покупаем. Беларуси необходимо усиливать южные границы. На неделе об этом шла речь у президента во время доклада исполняющего обязанности госсекретаря Совета Безопасности Станислава Зася и министра обороны Андрея Равкова. Главе государства доложили о ситуации в вооруженных силах, а также ходе оптимизации белорусской армии. Мы не скрывали, потому что южные границы нам надо усиливать. И не потому, что мы боимся украинцев, что на нас там кто-то нападет и так далее. Мы опасаемся того, чтобы и в результате того, что происходит в Украине, не потянулись сюда разного рода элементы, ненужные в Беларуси, и особенно оружие. Это нас должно всегда настораживать. Это наш вопрос, который мы должны решать. И за нас никто его не решит. Ну вот в связи с этим ситуация в вооруженных силах. Отмечается, конечно, укрепление морально-психического состояния людей. Атмосфера меняется. Отмечается и уменьшение оттока офицеров вооруженных сил, в том числе вот молодых офицеров. Люди стали все-таки больше держаться службы в армии и ценить эту службу. В этом году мы набрали в Академии полный набор, без всяких проблем, с конкурсом. То есть не сравнить, допустим, с прошлым годом, позапрошлым годом. Ситуация тут тоже, в общем-то, меняется в этом плане. Герои нашего следующего репортажа приехали как раз из юго-восточных регионов Украины. Как и многие другие, они спасались от нестабильности и конфликта, перетекшего в вооруженное противостояние. В государстве по соседству, Беларуси, они нашли не только приют, но, кажется, и свой второй дом. По крайней мере, и слава богу, жизнь у вынужденных переселенцев из Украины в Беларуси налаживается. Юлия Бешанова о том, что важнее всего. Там очень красиво было, а сейчас там уже
Я даже не представляю, какое, если бы я сейчас приехала бы туда и все вот это увидела. Я бы, наверное, не узнала. Родной Донецк Ольга иначе как городом роз не называет. До начала боевых действий промышленный гигант буквально утопал в цветах. Аромат цветов, говорит девушка, выветрился из города буквально за одну ночь. У нас вот только вот как-то ночью вот град стрелял, что оно тут все такой вот грохот было, но полностью дом весь дрожал. Вот это вот единственное, что мы как бы видели, и все. Я таки даже не представляю, что там. Вот по рассказам, вот по новостям, что я смотрю, там, да, очень страшно. Туда даже и переживаешь все так за всех. Решение уехать приняли быстро. С сестрой собрали только самое необходимое. Покидая дом, Ольга была уверена, вернется сюда не позже, чем через год. Сегодня, спустя 12 месяцев, в родной Донецк девушка мечтает съездить, погостить. В Беларуси она уже начала строить свою мирную жизнь. Говорит, здесь встретила по-настоящему своего человека. Первые фото в новой жизни свадебные, а в свежеполученном белорусском документе новая фамилия. У меня тут работа есть, жилье есть, ну еще такое вот, конечно. Не постоянное, но есть, где можно. Муж. Ребенок скоро будет. Спокойно все. О событиях, которые вынудили уехать из Украины, Ольга вспоминать не любит, чтобы лишний раз не волновать малыша. Сегодня будущая мама уверяет, главное, что в родной стране ее будущего ребенка в парках по-прежнему витает аромат цветов. Тяжело было. Житель Макеевки Вадим Бачмага мирную жизнь заново для своей семьи строит своими руками. Шахтер с 15-летним стажем переквалифицировался в строители, чтобы его дети могли без страха смотреть в небо. Мы когда сюда приехали 18 июля, неделю здесь побыли, потом в Брест поехали. Попали на день города на Брест. И вечером, когда пошли на фейерверк, с младшего сына пришлось подушками накрывать. Уши закрывали, ну истерика началась, потому что выстреливаете. Взрывы не понравились. На непростую жизнь на новом месте мужчина не жалуется, иронизирует, есть с чем сравнить. Формулу жизненного успеха выявил для себя давно. Главное, говорит, возможность зарабатывать честным трудом. Я считаю, что тунеядцы сейчас приняли, не приняли этот закон. Правильно делают. Потому что у нас много неработающих. И все попривыкали, чтобы на блюдечке все приносили. Я считаю, тот, кто хочет заработать, тот всегда заработает. И работы в Беларуси, мне кажется, очень много. И в сельском хозяйстве тоже ездили мы на ферму, узнавали, тоже можно работать. Не знаю, я пока на стройке задержался, пока, наверное, достойная зарплата, достойная работа. Сейчас семья Вадима живет на съемной квартире, но мужчина уверен, к тому моменту, когда получит белорусское гражданство, успеет закончить строительство. Большой дом для большой семьи. В планах мужчины перевести к себе родителей. На неделе о тех, кто вынужден начать жизнь с чистого листа. Юлия Бешанова, Станислав Пекарский. Не нужно бояться начинать жизнь с чистого листа, утверждают и герои нашего следующего репортажа. Люди разных возрастов, разных судеб на собственном примере доказывают простую истину. Если не получается быть, например, шофером, надо искать свое призвание. Самое сложное – сделать первый шаг, но самое обидное – его не сделать и потом пожалеть об этом. История бизнесмена, который сменил несколько профессий, мультипликатора, создавшего собственную студию, и волевого человека в инвалидном кресле, которому удалось то, как оказывается, на практике не под силу некоторым здоровым, по всем параметрам дееспособным людям, так никогда и не попытавшихся изменить свою жизнь к лучшему. Александр Добриян. «Дорогу осилит идущие». Знают далеко за пределами Беларуси. Победное шествие гомельчанина Геннадия Короткевича продолжается вот уже 10 лет, победив в конце прошедшей недели в очередной раз на конкурсе спортивного программирования Google God Jam, он возглавил рейтинг лучших программистов планеты. Всегда хочется победить, но это всегда сложно сделать. Я когда ехал, разумеется, хотел победить, но я ни в коем случае бы и не расстроился, если бы другие ребята меня обошли. В этом случае мне кажется, что
какая-то удача сыграла большую роль. То, как все складывается в жизни 20-летнего белоруса, ежедневно вдохновляет тысячи молодых людей из самых разных уголков мира. У него есть свой фан-клуб, за его успехами пристально следят хедхантеры из ведущих IT-компаний мира. А он верит в удачу и строит планы, на первый взгляд, ничем не отличающиеся от планов любого белорусского студента. Пока вот я 3 года закончил университет, у меня есть планы доучиться, у меня есть планы поработать обязательно. Это можно делать как вот и в Питере, где я учусь, это можно делать и в Минске, и даже в Гомеле. У меня есть знакомые ребята, которые здесь работают программистами, вполне успешно. Некоторые ребята ездят и на стажировки в Европу, пока я хотел бы доучиться и поработать. Трудно представить, сколько труда вложено в его успех. Об этом знают, пожалуй, только сам Геннадий и его родители. Своим родителям благодарен и Иван Поддубный. Тезка величайшего борца на планете признается, хоть сам и занимался спортом, но сравнений с королем борцов всегда старался избегать. Нет, никогда себя не сравнивал. Этот образ никогда не помогал, но все иногда: «О, Поддубный, о, Иван, ты должен быть таким же». Я говорю: «Да нет, посмотрите на меня внешне, мы даже внешне отличаемся». И дело здесь не в ответственности. Как раз этого Иван Поддубный не избегает. От того, как успешно он ведет свой бизнес, сейчас зависит благосостояние не только его родных и близких, но и семей 34 его сотрудников. Кресло есть на офисе, но оно редко просиживается. Когда-то хотелось костюм, кресло и белая рубашка, да. Но белая рубашка быстро пачкается, костюм мнется, рвется даже. Я порвал, не знаю, 3 костюма, наверное, пока мы строили здесь. И понял, что надо переходить на джинсы. В прошлом кадровый офицер, он успел поработать учителем, таксистом и даже продавцом. Иван признается, что именно армия научила не бояться перемен. Перепробовав себя в разных сферах, сегодня он владелец крупного туристического комплекса. Мне что-то в жизни надо и постоянно. А в плане боюсь или не боюсь перемен, ну, наверное, каждый человек. То есть нормальное состояние души. Мы не так давно открыли веревочный городок. Да, и приходят люди и говорят: «Я очень боюсь». То есть мы всем объясняем, что это нормально. Чувство страха – это нормально. Ненормально, когда ничего не страшно, я иду вперед, да, не боюсь упасть, не боюсь там встать. Значит, надо уже идти обращаться к психотерапевту. Начать свое собственное дело, при этом кардинально сменив сферу деятельности, решил и Ярослав Лукашевич. Дипломированный эколог стал продюсером крупнейшей в Беларуси частной анимационной студии. Составить конкуренцию Уолту Диснею парень решил всего 2 года назад. Конечно, был страх. Конечно, это всегда человеку очень страшно потерять свою зону комфорта. У меня так получилось, что я всегда работал в частных сферах и работал на кого-то. И я призадумался о том, что стабильности частная сфера и работа на кого-то не дает. То есть в любой момент тебе могут прийти и сказать: «Мы банкрот». И что тогда? Это все то же самое. Фактически я для себя принял решение такое, то есть, что представим, что там, где я работал, это банкрот. И начал делать что-то свое. Так и пришел к этому. В своих мультфильмах гомельские мультипликаторы учат детей быть честными, добрыми и не бояться трудностей. Как признается Ярослав, если бы знал какое-то хлопотное дело, то никогда не связался бы с анимацией. Но дорогу осилит идущий, и отступать уже поздно. Тем более, что новых серий из Гомеля сегодня ждут 1000 детей в десятках стран. Самое важное, я считаю, это не бояться. Ну, мы вообще заложники своих страхов. То, чего мы боимся, обязательно сбывается. Ну, вот это я для себя решил такой момент, что если я буду думать о том, что все будет плохо, обязательно все будет плохо. Если ты думаешь о том, что все будет хорошо, тогда ты видишь перед собой цель. Жизнь – это самая непредсказуемая вещь, которая существует. Если там сегодня у тебя все хорошо, завтра ты не знаешь, что может с тобой произойти. Пока ты здоров, пока у тебя 2 руки, голова, 2 ноги, ты можешь делать все, что угодно. И ты можешь пожалеть в дальнейшем о том, что ты бы боялся и чего-то не сделал. Для того, чтобы стать успешным бизнесменом или известной актрисой, в современном мире люди прилагают порой титанические усилия. Публичных людей – единицы, и их труды на виду. При этом миллионы простых, но зачастую героических историй о пути к самореализации остаются в тени. Здравствуйте. Вы не поможете? Здравствуйте. Я ищу вот кардиологическое отделение, но реабилитационное. Это вам нужно отправить
идти на второй этаж этого корпуса. Это вы пройдете сюда, в двери сразу. Направо будет лесенка. Поднимитесь на второй этаж, там будет отделение. Спасибо. Пожалуйста. Она занималась тяжелой атлетикой и танцами. Вырастила двоих детей и хотела стать доктором. Однако жизнь сложилась так, что последние годы больше всего Светлана мечтала об элементарной работе. Просто о возможности помогать людям. Когда я на бирже труда заполняла анкеты, там были каверзные такие вопросики. Вот что для вас такое работа? Работа тебе дает оплачиваемость, то есть зарплата. Работа дает тебе самовыражение, также статус. И общение с людьми, то есть это получается, понимаете, как бы люди открываются мне, и они дают мне частицу себя, каждой своей улыбки. И получается, улыбаясь им, я дарю им какую-то частицу себя. Чего стоило ей найти рабочее место, многим не суждено понять никогда. Но о трудностях Светлана предпочитает не говорить. Ведь каждый новый день жизни дает миллион новых возможностей. Переживать не надо, надо жить. И если дело касается работы, если человеку дает жизнь именно работа, то нужно найти работу. Вот. Если ты не можешь найти сам работу, то можно найти того, кто тебе найдет эту работу. Герои этого сюжета, их истории и образ жизни настолько разные, что вполне возможно, никто из них никогда не встретится друг с другом. И все же есть то, что их объединяет. Это люди, которые любят жизнь. И жизнь отвечает им взаимностью. Александр Добриян и Виталий Ростовов на неделе о тех, про кого говорят, он сам кузнец своего счастья. В конце выпуска о погоде. Августовский зной пока не спешит покидать Беларусь. Средняя температура днем в начале недели 25-29 градусов тепла. Солнцезащитные очки все еще придутся, кстати. Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. Всего доброго!